Среди осени в пустом уже лесу, средь теплого рассеянного света, когда-нибудь, отважившись на это, я ваше имя вслух произнесу. Нечаянно усну и стану видеть новыми глазами за вашим светлым именем, за вами ладонь дождя, прильнувшую к окну. Наступит время сказок и чудес, вокзалов, писем, выдумок волшебных для вас и для меня, уже вошедший среди осени в пустой и грустный лес. Здравствуйте, в эфире программы «Споемте, друзья», в студии Татьяна Висбор и мои сегодняшние гости. Мне очень приятно представить Иру Христианову, Диму Григорьева. И вот у меня, наконец, появился впервые, кстати, за время ведения, практически за год, собеседник натуральный. Просто нам бы только не забыть вам давать слово, чтобы вы попели. Это Наталья Кривенкова, вот человек, которого... Нет, обычно, вот я сейчас расскажу, обычно детей с собой берут там на работу, потому что не с кем оставить. Сегодня взяли практически профессионала, группу поддержки, плюс ко всему человека непостороннего авторской песни в городе замечательном Краснодар, который вы сегодня представляете. И Наташа как раз, она член клуба, хорошо я вам объясняю, надо объяснить телезрителям. Наташа член клуба Краснодарского, который называется, вот, кстати, гениальное название, посредник, да, ну, то есть пишется по-средник, насколько я поняла, да? То есть это почему? Потому что по средам, да, во-первых... собираемся по средам. Угу. Любители авторской песни в Краснодаре собираются все вместе по средам. Угу. Ну и, конечно же, это еще нагрузили мы основным смыслом это слово, что авторская песня как посредник, связующая нить между людьми, между их душами. Ну, Наташ, тогда с вами и поговорим. Отдыхайте, друзья, и всего доброго. Шучу, конечно. Вот я хотела бы узнать, как в Краснодаре зарождалась авторская песня. У меня есть еще своя версия одна, но я потом ее выдам. Я имею в виду на вашей памяти. То есть клуб уже существовал, когда вы в него там пришли, вступили, стали его членом? Да, однозначно. Я вступила в клуб в расцвете, так скажем, развития авторской песни в нашем регионе, когда уже лет 10, наверное, а то и более наши мэтры краснодарские. Когда это было? Ну, я в клуб пришла в 93-м году, 92-93 год. И влилась в дружную семью наши как бы авторы местные, которые пропагандировали нашу российскую бардовскую песню. Это Руслан Шмаков, угу, Гончаров, Ушканов. Вот это люди, которые, ну, более старшего поколения, которые нас, молодежь, тогда и к этому. Ну, даже я знаю, что существует сборник. Вот у меня есть «Барды Кубани», вот такой, да, вот замечательный. Да. Кстати, первая песня, да, прозвучала? Да, песня прозвучала краснодарского автора Андрея Гончарова. Угу. На стихи краснодарского же поэта Юрия Гречки. А как вы, так сказать, стали с этим движением сотрудничать, скажем? Ну, у каждого своя история. Вот Иришка раньше попала. Я среди них ветеран авторского движения города Краснодара. Я попала туда сразу после училища, это было очень давно. Училище музыкальное? Муспедучилище, ну, учитель пения, угу, так, просто говоря. Совершенно случайно попала и, как говорится, осталась там навсегда. Самое
замечательное было в том, что там можно было прийти, и никто тебя не спросит, а ты кто такой, ты зачем сюда пришел? Просто придешь, посидишь, послушаешь, и потихонечку захочется тебе тоже подпевать, потом о чем-то говорить, потом какие-то дела захочется делать. И так это происходило где-то с 78-79 года, то есть давно-давно. Тогда называлось везде КСП, а у нас называлось... секция самодеятельной песни при турклубе. Хорошо, не секта вообще. Да, секция. Ну, там секция там водного туризма, такого-такого. А тут секция самодеятельной песни. То есть это тоже своеобразный спорт был для Краснодара. Ну, постепенно все это очень менялось, и вот так вот. Дим, я знаю, что ты закончил высшее военное училище, да? Я, между прочим, я когда прочла это, я крайне изумилась, потому что более, вот, на мой взгляд, нежного, штатский, тонкого, нет, даже не штатского, не в этом дело. Тут есть, ну, то есть у нас совершенно не ассоциируется, вот у меня, например, ты с каким-то бравым генералом, хотя наверняка были вот, помыслы. Да, вот не дослужился я до генерала. Да, конечно, плохо тут солдат. Он говорит, я ушел, потому что мне медали не давали. Не давали, я служил отечеству, как умел, и медали ни одной. И пришлось сменить просто род занятий. Я знаю, что ты не любишь об этом говорить, потому что на самом деле тема очень серьезная и довольно больная. Конечно. Это я понимаю. В жизни каждого военного, который ушел, как бы не то, что не по своей воле, а пришлось. Так заставили жизненные обстоятельства. Я думаю, что это произошло как раз на грани смены, скажем, социального строя, да, и так далее, да. Это ужасно обидно, но, тем не менее, авторская песня приобрела шикарного гитариста. А вот скажи, это у тебя как-то соединялось, вот когда ты, так сказать, это когда началось? Или ты, значит, расстался с Да, так и получилось. Я вернулся в родной Краснодар из Закавказья, где я служил после училища, после того, как попал под сокращение. И очень быстро, как-то вот совершенно случайно, как нашелся мне казалось. У да, нас. Ну, на самом деле, наверное, так и должно было быть. Я попал в клуб авторской песни, встретился с замечательными людьми там. И у меня жизнь изменилась круто. Я приобрел огромное количество друзей, как бы нашел свой круг. У меня сразу же вот это мое было, когда я попал в клуб авторской песни. И песни, я услышал миллион песен, которых я не знал до этого. И мне просто было обидно, что такие замечательные песни, их мало знают, мало поют, я имею в виду не в среде КСП. Потому что тогда, если сейчас, все-таки на радио, на телевидении есть передачи, посвященные авторской песне, тогда просто не было. Я тебе было скажу несколько больше. Имен. Сейчас нету каналов, произошло. Ни одного практически канала, я таких не знаю. То есть если это только какой-то сугубо специальный канал, который своим долгом не... Это, с одной стороны, это стало модным, да? С другой стороны, хорошо, что есть какой-то рупор вообще, да? То есть не какие-то подпольные уже... так сказать, концерты и так далее. Но это уже, правда, давно произошло, поэтому чего нам сейчас? Это уже действительно мы вспоминаем о том, что было. Хотя и авторская песня была под запретом более чем. Да, потому нас что разгоняли, это было... мы на лавочке собирались. Да, на лавочке собирались. Да разгоняли не только, и по лесам шастали, и запрещали, и ставили охрану. Вот Игрушинский фестиваль два или три раза, по-моему, не было, не помните? Нет, не было дольше, не было дольше? Целых 6 лет. А, целых 6 лет, ну вот. Так что вы, кстати, в этом году были на груш? Нет, мы в этом году не ездили. У нас это принципиальная была позиция, скажи, или просто это... Ну нет, я не могу сказать, перед что принципиальная. Да, мы перед этим не были. Ну, как бы это тоже, наверное, играет все-таки роль. Повлияло, конечно, да. То есть такое не совсем желание с этим общаться. Да, слушайте, да, чтобы не было обидно краснодарским авторам, давайте их тогда познавать. Сегодня как раз больше прозвучит не ностальгическая песня, хотя хочу сказать, что ребята очень сильные исполнители, потому что на самом деле хороших исполнителей мало. Вот все будут смеяться, как казалось бы, да, что взял песню, которая уже без тебя написана, сделал ее и, значит, пошел с ней выступать. Выучил ничего подобного. Слова, да, выучил слова, аккорды и вперед. Нет, ничего подобного. Нужно что-то вкладывать свое. Это большой дар. И поэтому давайте сейчас, вот сегодня мы как раз будем больше не, так сказать, каких-то классических песен бардовских из шестидесятников, да, но, тем не менее, они тоже прозвучат, а краснодарцев давайте. Ну да. Кстати, они тоже же все это, в Краснодаре, это я знаю, что вот Андрей Гончаров, вы сказали, а это человек очень известный. Я имею в виду в Краснодаре, вот как автор. Конечно. Я, ну, если я слышала. Да. Есть еще Эдуард Гончаров, и это еще его Эдуард отец. Гончаров, вот да. Эдуард Гончаров еще более известен, потому что он ходил в горы, его все горы поют, весь Кавказ его песни поет, Эдуарда Гончарова. Ну, а Андрей уже как бы, он стихи сам не пишет, он только музыку пишет. Так, ну давайте что-нибудь еще. Но еще есть Коля Хнаев, который тоже всю жизнь ходит в горы, который пишет сам и стихи, и музыку. Вот, то есть, как у нас говорят, полный автор, да?
Николай Хнаев. Последняя песня. Судьба. И вот стою один я между меж, меж нами, меж тобою, меж себя. Из русла провожавшей суеты людской поток в обыденность течет, и я стою, а чувство пустоты. Забыть гудок прощальный не дает. Наташа, я вам хочу сейчас рассказать свою историю авторской песни, развитие авторской песни в Краснодаре. Вот ребята ее знают, между прочим. Мы передадим Краснодар. Вы в курсе, да нет, вы знаете. Да, ты знала, как в анекдоте. А ситуация была такая. Дело в том, что очень давно, еще в позапрошлом веке, мои прабабка и прадед, Евдокия и Григорий, решили обосноваться в Краснодаре. Они были с Украины, а на Проценко он Шевченко. Собственно говоря, там две самые распространенные фамилии были. И вот они на улице Кузнечной. Во всяком случае, так она тогда называлась. Это где-то в центре. Вот. У них был дом. И там жила очень большая семья. В частности, вот моя прямая бабушка. Там их было четверо детей. Значит, моя бабушка Мария Григорьевна Шевченко. А потом туда же приехал на каникулы летние, там же и остался и первые свои, значит, первый класс закончил. И там же пел в церковном хоре мой отец, Юрий Висбор. И, значит, во второй класс, правда, его перевели за шматок сала и за десяток яиц, которые, значит, сестра моей бабушки Надежда Григорьевна, тогда еще Надя, бегал и, значит, совал взятки учителям, потому что учился он, ну, естественно, влюбившись принципиально в 6 лет, учился он из ряда вон плохо. Но, тем не менее, музыкальное какое-какое образование он там получил, именно, как ни странно, в храме. И, значит, вот, что называется, потом его бабушка забрала перед войной, причем вся семья осталась в оккупации, это была, в общем, страшная беда и... Значит, да, трагедия. Немцы были, да. Да, и Надежда была под немцами, как раз вот сестра и все, и двое братьев и так далее. Слава богу, что все остались живы. Вот это было удивительно. Но я знаю, что вот эти вот крестьянские корни, бабушки и дедушки, они, конечно, их и прятали, и скрывали, и там по-всяко выкручивались, как могли. Ну, в общем, ситуация была ужасная. Но бабушка, значит, вывезла отца уже практически, как просто, как говорят, на последнем поезде в Москву. Тогда. И отец все время вспоминал, он все время вспоминал этот город, и он туда приезжал неоднократно.
когда и был жив, и давал там концерты. И, в общем, для меня авторская песня «Краснодар» — это нечто, такие совсем, совсем родные вещи, потому что вот это удивительно, как меня в этот город не заносит. Я не понимаю, почему, но я человек не суеверный, а просто какой-то фатум существует. Рано или поздно мы, так сказать, друг к другу придем. То есть я где-то рядом, там, значит, вокруг, вот, по какой-то спирали. Тем не менее, и у меня сейчас родственники там есть и так далее. Они чаще в Москву приезжают, это правда. Вот. Но, тем не менее, для меня Краснодар — это моя историческая родина. Ну вот в Краснодаре проводятся же прекрасные фестивали. Может быть, когда-нибудь получится. Нет, хорошо. Я, так сказать, это как пионер. Я спокойно. Легко. Ты знаешь. Просто с Димой у нас еще один момент связывает всегда. Мы с ним выступаем. То есть не то, что выступаем, а где я вижу Григорьева, потому что он такой шикарный гитарист и может сыграть практически все. Даже такие простые песни, как вот Ады Якушева и Юрия Висмара. Ну, не все они простые, но тем не менее, значит, есть и очень простые. Нет, просто он так трогательно к этому подходит. Трогает он, да, где надо. Нет, а иногда на наших совместных концертах я забываю, что я пою. Потому что я так заслушиваюсь музыки, у меня просто слеза течет. Он так красиво это все выиграет, что я просто забываю конкретно слова. Но это уже как бы делает тебе честь, во всяком случае, а не мне. Краснодар понес большую потерю, когда этот прекрасный дуэт уехал от нас. Ну, поэтому как праздник, дни приезда, возвращения на родину, и это всегда концерты. Вот надо сказать, что ребята сейчас просто выступают популяризаторами. Именно, ну, не скажу, как московская авторская песня, да, но вот несут нам всемирные в регион, штучки, так скажем, на периферию какие-то столичные веяния. Штучки. Да, вот здесь и тот, как бы, спектр песен, который здесь поется сейчас на слуху, они увлекаются творчеством Берковского, и каждый год у нас в Краснодаре устраивают концерт памяти Виктора Берковского. Это уже становится традицией. Я два думаю, что года это было и ваша заслуга тоже в этом есть, да? Да, это Наташенька не то, что вот принимает участие в этих концертах. Я рассказываю, что это только их заслуга. Делаем одно дело. Вы же делали с Виктором Семеновичем, по-моему, программу готовили, да? Ну да. Да. Ну, к сожалению. Да, мы репетировали с ним. Но мы так потихонечку продвигаемся все-таки вперед. Мы бы хотели спеть очень две хорошо песни Виктора Берковского, которые мало исполняются пока что. Из того, что мы готовим. Да, ну, он как раз просил петь песни, которые никто не пел, в основном от женского лица, которые он тоже сам не пел. Поэтому вот у нас есть что показать сегодня. Музыка Виктора Берковского, стихи Светланы Микшин. Вязали-вязали, и вышла нежда развязка. Кружение в начале, крушение в середине пути. Спешили, летели на красный. Как будто хотели от этой развязки уйти. Дин-дан-дан-дидан. Кто мог бы подумать, что нас объявили вне рейса, что ценного груза, который тащить нам пришлось, не вынесут даже видавшие тяжести рельсы и сбросят вагоны с названием «Любовь» под откос. Дин-дан-дан-дидан. Дин-дан-дан-дидан. И кажется, даже не ищем ни стрелки, ни стрелочника, что во всем виноват. Сидим, уподобясь богатым, свободою нищим, и делим слова, как бесценную медь наугад. Дин-дан-дан-дидан. Сидим, уподобясь богатым, свободою нищим, и делим слова, как бесценную медь наугад. Ни разу не слышала. А чьи это стихи? Светлана Микшин. Угу.
Ну, давайте еще тогда, да, интересно. Конечно. И на стихи, следующая песня, на стихи Вероники Тушновой. Тоже очень мало исполняемая. А сам Берковский ее пел или нет? Ну, с кем ты ее пел хотя бы, ну, вот эти? У нас песни есть архивы, архивные записи. Записи и... такие, буквально домашние записи. Да, просто вот с кем-то, ну так, на кухне, как всегда. Сейчас вот издается сборник, уже вот должен в ноябре выйти, 125 песен Виктора Берковского, новая книга. Слушайте, а раз зашла речь, вы как с ним познакомились? Мне кажется, это не по тому, что он тоже человек южный, я не имею в виду, как это тоже, значит, Кавказ, а именно потому, что он из Запорожья. Может быть, какие-то, я не знаю, откликнулись струны души? Ну, это тоже происходило еще когда-то давно. В 83-м году нас, мы пригласили его в Краснодар и познакомились вот тогда с Андреем Гончаровым. Uh-huh. Мы очень подружились с ним, несколько лет общались. Потом как-то вот я с Андреем Гончаровым разошлась, и как-то вот немножечко все это стало... Ну, невозможно uh-huh, общаться. Uh-huh. А потом вот сейчас уже... Андрей передал письмо Берковскому и кассету, в которой мы на его на авторском вечере Андрея Гончарова пели. И, в общем, привет и передавал все такое. И потом в какой-то момент однажды к нам подошел Берковский, когда на Чистых прудах, по-моему, да? Да, да. И говорит: так, ну что, слышал, слышал, как вы поете, слышал. Почему Берковского не поет? Это на сборном концерте было. И он пригласил нас к себе, мы пришли. Правда, еще тоже там время проходило все это. Как-то вот то он болел, то нам, да, некогда. Мы, конечно, очень жалеем чувствовал об этом сейчас. Вот. И мы с ним только вот в последний год его жизни стали общаться, репетировать. Ну тогда в память о Викторе Семеновиче давайте еще вот на стихи Вероники Тушновой. Пригорке в камне ступени, блеск фонарей ледяной голубой, на мерцающем кварце две черные тени, две четкие тени наши с тобой. Стекла в окнах черно и незрячи блестели, сладко спали хозяева в мягкой постели. Сны, наверное, смотрели и ведать не ведали, что сегодня их двое прохожих проведали. Открывали калитку, на лестницу лазали, постояли под черными влажными вязами, заговорческим шепотом говорили и друг другу тот маленький дом подарили. И с собой увезли его в поезде дальнем, вместе с лестницей, садом, хозяйской спальней, вместе с шепотом, взглядами, тайным смятением, что на веки веков они ночи и любовь. На мерцающем кварце две черные тени, две четкие тени наши с тобой. Вот что там, в Краснодаре, да, что здесь. Вот у вас есть какая-то гитарная школа, да, своя. То есть вы преподаете детям. Да, мы преподаем. Мы не хочется убить иногда должны... молодые дарования? Нет такого? Придушить, да? Да. Нет, я вообще, я, честно говоря, очень преклоняюсь перед учителями. Вот недавно у меня на радио была Галь Крылова. Мы вспоминали Диму Дихтера, одного из рыцарей авторской песни, как его называют. Это гитарная школа «Остров». Она не существует. Там, кстати, прекрасные Дима Земский, ну, значит, и Паша Аксенов там сотрудничал одно время. В общем, очень сильный автор. И вот мы сидим, что-то говорим, вспоминаем, о Диме вспоминаем, и о том, что я туда отдала и Юру, и какое-то время туда ходила Варя заниматься и вокалом, и тоже гитарой, но она хотя бы знает, как это, что это за, теперь за инструмент. Не играет, но, тем не менее, поет. И вот я говорю, а Юра, да, Галка говорит, вот Юра и дальше пошел, вот он уже, значит, некоторые у нас стали писать, Юрка тоже что-то стал писать. И я сижу так и говорю, вот совершенно нет. Я говорю, да, беда, беда. Потому что это родительская точка зрения, понимаешь? А есть преподавательская. То есть вот как вам удается с ними находить общий язык?
Или это легко, Ир? Вот ты так смотришь, я секунды не могу, мне кажется, проработать с детьми. У меня это вызывает некий такой панический ужас. Наверное, это какая-то привычка, практика, я не знаю что. Но, по крайней мере, мне очень легко заниматься. Я стараюсь просто сменять быстро деятельности. Ну, не все время одно и то же, много раз. То есть дрессировками я стараюсь не заниматься, вот как обычно. Да, там, ну-ка еще раз эту фразу, ну-ка вот сейчас вот так. Ну, хорошо, что у меня такая позиция, потому что авторская песня — это вообще как бы то, что хочет делать человек, а не то, что ему надо сделать, да? Всегда так. Поэтому немножко проще. Ну, темп занятия, он тоже дает какие-то результаты, потому что человек одним позанимался, потом другим позанимался, потом третьим, потом кто-то начинает баловаться. Я так сказала, там, например, имя просто там. Спокойно. И дальше. И как бы все получается. Вот Дима у нас чаще всего занимался индивидуальными занятиями, поэтому, когда группа собирается, ему труднее. Я даже иногда говорю: так, внимание, Дмитрий Игоревич не может заниматься группой, ему трудно, потому что каждому надо все показать. Сидите спокойно, не мучайте его. На гитаре просто, на самом деле, бессмысленно. Слушайте, но я таких святых людей еще практически не видела никогда. Нет, есть еще ряд людей, но, тем не менее, вы входите в их... для меня, во всяком случае, в их когорту, когда, допустим, вот то, где мы часто бываем, это на... часто бываем, раз в год, во всяком случае, на фестивале Куликово поле. Вот у вас там проходит... Это просто я наблюдала, потому что я ждала, да? Пока Дима освободится от занятий, чтобы с ним порепетировать перед концертом. И вот как вы с ними общаетесь? Иногда бывает, на мой взгляд, что-то чудовищное. Вот люди... возможно, они не совсем понимают, да? Или наоборот, им... с другой стороны, прекрасно, что вы такие есть, кто может что-то как-то, вот, так сказать, или очень нежно сказать: милый, может быть, как-то поискать себя в чем-то. Да, просто специалист. Это какие-то... Мой секрет такой: я никогда не бью учеников по голове. И поэтому они любят меня, привязываются. Нет, а ты вешай сюда: ветеран, бывший член, там лейтенант. Да, написать что, да? Да, прошедшие. За Кавказе. Да, да, да. Нет, это все действительно шутки. Давайте петь, потом мы с Натальей поговорим еще. Давайте. Что мы споем? А давай споем Владимира Васильева. Давай. У нас, в общем-то, репертуар такой больше лирический. Так, вы сразу про автора рассказывайте, если это наш краснодарец. Это автор из Харькова. Но в Краснодаре у нас просто весь клуб его пел, просто как вот, я не знаю, как гимновая песня у нас долго была, несколько лет, когда я был щенком и верил в грезы детства. По этой песне, конечно, Володя будет очень скоро в этой же программе. По этой песне его узнают все. Мы с ним встречались в Москве неоднократно на концертах, и мы поклонники его творчества. Нам очень нравится его песня, вот это мы уже решили своей сделать. Он говорил, едва дыша: будешь моей солью, будто бы с лезвия ножа, лед посыпая солью, дверь запирая на замок. Он не гадал, не чаял, но поутру туман помог. Лед без тепла растаял, счастье ли мерещится в краю далеком. Слышится, как плещется волна у окна. В доме осталась его женой, Бога благодарил он, но незаметно на лад иной небо ее краил. Солнце ли это дымит бельмом, дым ли ползет за днями, так поросло оно бельем мокрыми простынями. Счастье ли мерещится в краю далеком, слышится, как плещется волна у окна. Маятник тонкой рукой качнет, тихо живет, не ропщет, молча белье стирать начнет, выкрутит, прополощет. Так отчего же он сам не свой, сон ли его изводит, как по веревке бельевой в небо она уходит. Счастье ли мерещится в краю далеком, слышится, как плещется волна. Ooh.
Наташа, а вы в свой клуб кого-то приглашаете, вот, или из других городов? Или вы как бы варитесь в своем соку и просто вот среды, они как среды, как таковые? Или бывают какие-то концерты? Ну, среды, они как бы такие у нас святое. Кулуарные, да, местные, с местническим уклоном. Вот. А вообще очень любит Краснодар приглашать вот бардов российского, так скажем, масштаба. Неоднократно Юрий Лорис у нас бывал. Богушевская вот второй раз едет. Да, очень тепло принимали. Ей понравилась публика наша. Борис Вахнюк бывал у нас. Виктор Попов частый гость. Вот недавно его концерт прошел в Краснодаре. Вот. Ну, Краснодар несколько дальше других городов. Мы вот только здесь поняли, когда стали по городам ездить. Обычно несколько часов на поезде, да, там, или ночь на поезде. В другом городе. А Краснодар это сутки минимум. Поэтому сложнее, конечно, с приглашениями. Александр Дольский, вот мы общались много лет назад, Дольский, он неоднократно тоже был. Ну, у нас были и Суханов, и Берковский, вот с Богдановым и Бочкиной, и кто? Дикштейн у нас был. Потом... Владимир Ландсберг, конечно, он же недалеко, ну, там, да, жил очень долгое время. Постоянно он на фестивалях у нас был. Городской фестиваль авторской песни у нас весной проводится, «Город зажигает огни», и тоже всегда стремимся мы в жюри пригласить какого-то мэтра, чтобы поучиться у него, потому что мастерские же проводятся на фестивале, это и учеба. И... Саша Костромин был у нас, вот сейчас мы с ним встретились только что. В студии тоже был на фестивале. Да. В жюри. Да. По педагогии, такой сбор педагогов, слет. А я хочу, чтобы вы спели тогда еще кого-нибудь из краснодарцев. Давай, ну, не из Краснодара. Да, мы хотим спеть у нас... Из юга. Да, у нас друзья... Ведь, регион, южный, да, регион поет. По всей стране теперь уже. Мы хотим спеть песню Андрея Следнева, да? Ставропольского автора. Мы лично с ним не знакомы, хотя у нас есть ряд общих знакомых. Вот, ставропольцы сейчас и в Москве уже живут. Но эту песню весь Краснодар распевает тоже. Я давно на тебе помешан, будет сказано, не во лжи. Я тобой перед Богом грешен, я тобою свят и жив. Я с тобой, я тебе мечтаю, иногда о крыло, крыло. Выше птиц в облака взлетаю, всем разумным земным назло. Даже за 100 верст мы сердцами в такт чудеса. Боже, как же могут души так в унисон? Если рядом ты, даже грусть моя чиста, неужели это я, а не сон? Спасение и вечный крест мой, и любовь до бескровья жив. Я из небытия воскресну, даже если свой век прожил, как наивен сюжет осенний. Было так миллиарды раз. Я готов быть твоей тенью, если только Всевышний дал. Даже за 100 верст мы сердцами в такт чудеса. Боже, как же могут души так в унисон? Если рядом ты, даже грусть моя чиста, неужели это я, а не сон? Я давно, я тебе помешан. И это абсолютная правда. Уже если кто до этого момента еще сомневался, то я хочу сказать телезрителям, от которых, наверное, уже не ускользнул это, после этой песни
все становится как бы совсем понятно, потому что Дмитрий Григорьев и Ира Христианова не просто авторский дуэт, они еще дуэт человеческий. Вы супруги. Супружеский дуэт. Несмотря на то, что у нас разные фамилии. Нет, после этого, я говорю, так сыграть невозможно, на мой взгляд. Может быть, есть какие-то великие мастера, значит, лицедейства, да? Но мне кажется, что вот, да, Наташа? Да, да. Теплота неимоверная в исполнении. А вообще они гостеприимные? Ира с Димой, как семья? Ой, очень. Их очень любят. Вы знаете, у них столько поклонников, их творчество, раз. Ну и просто как людей, потому что они открытые, добрые, приветливые. Я не знаю, надо ли говорить, в каких условиях, в каких условиях они живут в Москве. Нечеловеческий. Человеческий дуэт живет на человеческих условиях. Не будет ли это слишком такая информация конфиденциальная? Вот, ну, беспорядок небольшой. Нет, дома, я про площадь имею в виду. Площадь имею в виду. Метраж. То есть площадью мало. То есть люди хорошие, но площади мало. Площади очень мало. Москвичей, между прочим, вы знаете, что испортил, да? Вот как становишься москвичом, тебя сразу этот вопрос портит. Квартирный. Мы для детей купили кровать такую, которая второй этаж, это чердак называется. То есть не даже не такая вот, а там сразу двуспальная. Получилось... У нас квартира в двух уровнях. Да, ну, раз уже все рассказали, я подведу итог, что квартира однокомнатная. Двухъярусная. Двухъярусная, четырехместная, так скажем. Но, как Афаня. Да, с некоторых пор пятый член семьи появился. Собака. Но двери этого дома всегда открыты для краснодарцев. Краснодарцы просто мы живем в такой бедности, что даже на замок нет денег. Поэтому двери, да, для друзей всегда. А если нет, они выше будут друзья. На то и друзья. Дружба — понятие круглосуточное, как я понимаю. Ну ладно, расширение вам я желаю вашей площади, не только. Но на самом деле, вот у Дрыгиной, у Тани есть очень хорошая песня. Да, если мы расширяем, не помню, на сколько-то там квадратных метров, не... Сейчас я песню эту я уже не передам, потому что, ну, душевное тепло не растеряем ли мы после этого. Извини меня, Таня Дрыгина, пожалуйста. Вот. Тем не менее, после таких только песня может нас как-то примирить с действительностью. А что же мы споем, Ирочка? Слушайте, давайте спойте уже, хватит. Вы поете очень хорошо Висбора. И хорошо. Очень неизвестны его песни, потому что давайте «Облака» спойте. Давай. Или гитару. И тем более песни это тоже не растиражированные, ее редко поют. Ну, мы стараемся петь именно те песни, которые не исполняются часто, чтобы еще люди услышали что-то интересное. Песня «Облака». А то все авторы приходят. Понимаешь, они исполнители пришли, надо использовать служебное положение в своих корыстных личных целях. О, посмотри, какие облака возведены вдоль нашего романа, как будто бы минувшие века дают свой знак таинственный и странный, и странное обилие цветов. И странно, что кафе не закрывают, и женщины в оранжевых пальто не слышно, как кувшинки проплывают. О, посмотри хотя бы на себя в минутном отражении витрины, где манекены редкие скорбят и катятся волнистые машины, где тонкая колеблется рука среди незамечательных прохожих, и ты стоишь, похожа на зверька и на смешного ангела похожа. Прошу тебя, пожалуйста, спаси, не брось меня на каменную муку. Но женщина, ведущая такси, находит двор с названием «Разлука», и ты уходишь весело, легко. Пусть
пустеет двор, пустеет мироздание, и ласковые днища облаков всю ночь висят над миром в ожидании. О, посмотри, какие облака возведены вдоль нашего романа, как будто бы минувшие века дают свой знак таинственный и странный. А скажите, друзья мои, вас посещает такое замечательное чувство, как ностальгия по тем местам, откуда вы уехали, и по тем временам, откуда вы уехали? Ну, мы с Краснодаром-то не теряем связь. Мы там все время. То есть никакой ностальгии, проза. Нет, ну как нас? Мы любим очень его. Мы там стараемся бывать регулярно. То есть мы своей ностальгией потакаем. Есть, поэтому конечно, не даем сильно развиться. Есть и по временам, и по людям, с которыми сейчас уже не можем встречаться. Ну скажи, вот, знаешь, как часто бывает такая вот. Говорят, что тебе не могло быть плохо, допустим, в те же советские времена. Кому-то было плохо, кому-то нет, но только по той причине, что ты был молод. И в этом основная причина, почему мы до такой степени это все хорошо вспоминаем. Может быть, поэтому. Я может, думаю, другая конечно, причина конечно. Есть. Не знаю, мне как-то вообще... Я вот как-то родилась и вот так жила, и я ничего не чувствовала вот этого, что в Москве очень сильно чувствуется, что я почувствовала, когда стала читать «Новый мир» уже вот в 80 последние годы, да? То есть я этого даже не знала. Я просто жила, я была октябрёнком, потом пионером. Вот были такие условия существования. И я как бы, надо было музыкой заниматься. Папа сказал, лучшая в мире профессия — это... Учитель. Музыкальный руководитель в детском садике, и дети пристроены и накормлены всегда. Немаловажно, кстати. Совершенно прямая линия судьбы, без всяких уклонений. А папа имел отношение к музыке? Папа, да, и папа, и его папа, и папа папы. В общем, все до прадедов у нас были баянисты, ну, зарабатывали на свадьбах. В общем-то так. Иришка подалась веяниям моды, а и освоила вот, гитару. Опа, взяла гитару в руки. Нет, на самом деле, не знаю, может быть, я такой человек приспособлен, но я не чувствовала ничего, никакой грозы над головой. Я просто жила. И когда умер Брежнев, я плакала, потому что я понимала, что что-то сейчас, вот сейчас, то было все ровненько-ровненько, и ручки аж с 70 копеек на 35 подешевели. Угу. Вот шариковые. Это Господи, было такое это счастье. Да. А потом я поняла, что вот сейчас начинается что-то в мире происходить, и у меня уже родился сын, и мне за него уже было тревожно. Вот и на самом деле там же пошло меняться все очень быстро. Действительно, вот до чего мы докатились. Нет, ну я вообще живу в таком районе замечательном, когда все время берут, вот в Останкино, да, Останкино все время брали при всех путчах, понимаешь? А у меня еще и профессия такая замечательная, что два раза, вот будешь смеяться, 19 августа и 3 октября у меня была работа. И я была, что тогда, боже упаси, меня никто на эту войну не призывал, понимаешь? Я никаких присяг не давала. Я вообще не дитя войны. Я не понимаю, когда говорят, не выходи на лестницу, она простреливается. Вот Дима это легче поймет, чем я. А я не могу. И я вдруг, понимаешь, взрослая девушка в мини-юбке, сигаю на лестницу, понимаешь, вот так вот ползу, это вот было 3 октября, понимаешь? Это просто, это нам это совершенно непонятно, да? Но кто бы мне, в мое тоже советское, пионерское, я была истинным пионером таким, я во сне пела гимн Советского Союза, до такой степени нас вот учить надо было все. Во сне просто мама говорила, что словечки какие-то, значит, союз нерушимый там это, проносились. Кто бы мне тогда в моем детстве сказал, что я плохо живу? Да, понимаешь? Ну, как бы, ну, жили, мы жили вшестером в одной комнате. У нас старший сын моего отчима спал на рояле. Рояль концертный позапрошлого века, 1878 года, Беккер. Он до сих пор живой и здоровый, его только уже раз в день надо настраивать, потому что он тут же, значит, теряет все эти. Но он совершенно великолепный, значит, камерный рояль.
Вот у нас на нем спали люди, пока у него ножка не упала. Потому что негде было спать, потому что комната была 14 метров, а нас там было 6. Еще и рояль. Да, и при этом к нам еще приходили такие известные люди, как приезжал Женя Клячкин из Питера. Вообще питерцы очень любили у мамы моей Ады Якушевой останавливаться. Да? Или ночевал у нас, и тоже довольно часто, особенно в последние годы жизни, Геннадий Шпаликов, да? И вот, ну, то есть какие-то, вот, я не говорю про московских бардов, это просто, так сказать, практически ежевечернее все происходило, плюс ко всему. Но кто бы мне... Я делала уроки на балконе или на пюпитре, вот не пюпитре, а вот на крышке от рояля, потому что стола не было. А тот кухонный маленький, он без конца был во всяких... Ну, возможно, я вам сейчас напоминаю вашу жизнь нынешнюю. Да-да-да, Дима говорит, просто... что пора уже создавать такое объединение детей, пострадавших от бардовской песни. Я первая. Да-да, я вообще инвалид. Президент будешь, да? Я буду президентом, но я буду старейшина, председатель. Да. Я могу возглавлять. Наши запишутся сразу. Да, мы своим детям передадим, что я наконец хочу появился сказать, лидер. Нет, я тебе хочу сказать, что никто потом, вот когда пройдут там... 30 лет, да, и ваши дети никогда не скажут вам, что им тогда было плохо. Опять-таки по той причине, что они тогда были крайне юные. Да. Вот и все. У них свои заботы, свои как-то отношения с миром. Наташа, все правильно, ты как арбитр сидит, Наталья. Ну, вы как бы акцентируете, я поняла, что речь идет о детях бардов. Да, да. А я хочу сказать о детях не бардов, которым повезло. Вот я тренер. По профессии. Какой тренер? По борьбе? Водные виды спорта. Нет, плавание и парусный спорт. И я считаю, что мальчишкам моим очень повезло, что их тренер немножко поет, так скажем. Потому что вот эта романтика бардовской песни, ну, ее просто больше нет нигде. Вот можно воспитывать словами, но они до молодежи доходят слова такие, ну, простые слова, да? А вот слова, положенные на музыку и спетые в определенном кругу, в лесу, там, в каких-то условиях, да, они просто проникают в самое сердце и формируют сознание нашей молодежи. Так, давайте формировать сознание. Поэтому детки ваши как бы страдают. Поэтому мы и занялись, собственно, вот школой авторской песни. А вот все остальные... Очень хочется. А, кстати, где она сейчас у вас? Вот здесь, в Москве, есть что-то? Конечно, мы работаем в прекрасном месте, в центре детско-юношеского творчества «Киевский», который находится... На Поклонке. Да, возле Поклонной горы, это метро «Парк Победы». Вот последние годы мы там с Ирочкой, и очень довольны. И коллектив замечательный, и дети хорошие у нас. И, в общем-то, все условия. Мучайте их бардовской песней. Ну, кто кого мучит, да, это. Вот сегодня придем еще к ним и спросим. Еще помучимся немножко. Ну, вот старшие очень рады, говорят, ой, так хорошо, вот там эти все задания, все эти уроки, все это лекции, коллоквиумы. Так хорошо, придешь, душой отдыхаешь. Так что... Давайте душой еще отдохнем. Давай. Значит, о, давай отдохнем душой на песне Дулова. Давай, конечно, с удовольствием. Песня Александра Дулова на стихи Александра Кушнера. Мы ее совсем недавно выучили, она нам очень нравится. Понравилась, и вот мы ее взяли. Не знаю, кто таинственным стихам о музыке нас птицы научили. По зарослям, по рощам, по кустам и дырочки мы в дудке просверлили. Как отблагодарить учителей, молочная твоя кипит наука. О, пеночка, заплеск восьмых долей, за паузы, за Моцарта, за Глюка. О, пеночка, заплеск восьмых долей, за паузы, за Моцарта, за Глюка. Кто стихам так далеко, туманное и трудное начало. Пока ты пела в роще молоко, на плитке у хозяйки убежала. Стихи никто не пишет, кроме нас. В них что-то есть от пота, есть от пыли. Бессмертные умрут они сейчас. А музыки нас птицы научили. Бессмертные умрут они сейчас. А музыки нас птицы научили. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла.
Как это так? Вот птицы научили ее. А как? Нет, подожди, птицы научили. Скажи, кто действительно научил? Меня хоть птица, хоть кто? Это не... Вот Иришка, вот ее музыкальность проявляется часто самым неожиданным образом. Однажды мы гуляли в парке в Краснодаре, и там небольшое такое есть, прям под открытым небом, зверинец. И там, значит, из-за забора дерево такое видно, и сидят павлины, огромные, и хвосты аж до самой земли. Закат, они уже все уселись спать. И вдруг Ирочка, проходя там в нескольких десятках метров, по павлине крикнула. Один из них отозвался. Точно так но же. Ну ты ему объяснил, что она, твоя женщина. И она еще раз, когда крикнула, все павлины сразу замяукали, заголотели. То есть она не просто на их языке сказала, она что-то, видно, затронула какую-то проблему. Струну какую-то. Да, и они все оживились, у них пошла дискуссия. То есть у них даже сомнения не было. И сколько мы гуляли по парку, они еще, наверное, около часа. Я думаю, хозяева этого зоопарка были очень... Нет, а просто я обожала слушать. У меня папа на улице всегда сделал себе верстак и сидел и насвистывал всегда. И я так ему завидовала, что он умеет свистеть, он мелодии свистел. И я так ему завидовала, мне все ничего не получалось. И я поставила задачу научиться свистеть, так что я и мелодии тоже могу нормально. То есть, ну это видно, вот музыкальность, просто подражательство вот такое. А недалеко, там через два квартала, у нас дяденька завел павлином, еще когда я была маленькая. И они там по вечерам вот мяукали. И я как бы это очень хорошо, да? Такой голос у них. Сейчас сбегутся павлины. Хорошо, да. Выучила, как они между собой разговаривать. Ну, Дима, на Диму это просто, просто потрясающее впечатление. Но она с ними заговорила, и они ответили. Они практически дремали. Это было потрясающе просто, на самом деле. Ты знаешь, я не знаю, сравнение, конечно, неуместное, но моя Варвара очень хорошо кричит козой. И у нас такая ситуация была. Это не павлины, это горные козы. Мы были в этом году в Крыму. То есть она общается с ними? Она с ними общается. Она, причем самое интересное, что даже ее отец, мой муж, который был рядом, он не понял, кто это разговаривает. Только коза. Она их увидела. А знаешь, так интересно, вот в горах вдруг какое-то, значит, там это, и они прям стоят, а вот ощущение, что гора такая, если ты издалека, ты же не видишь, что она все-таки какими-то... И вот они на разных уровнях стоят, эти козы, вдруг откуда-то. Знаешь, как наскальные изображения. Я сначала даже не поняла, это живые вообще, когда они стали вдалеке. Но они же так замирают вообще, да. Могут надолго. И Варвара замирить. Им что-то, значит, сказала радостное тоже. И вдруг тоже оттуда пошел какой-то... Все-таки они вот, видишь, талантливые у нас. Стараемся общаться, да. Да, стараемся общаться и не покидать этот замечательный мир. Ребят, я очень благодарна вам, что вы сегодня нас посетили. Я надеюсь, что я хоть когда-нибудь попаду в наш с вами замечательный город, на свою историческую родину. Клуб мы записывать и организуем. Значит, дети, да. Пускай звонят, записываются. Хорошо, ко мне. Мы будем пробиваться. И этим клубом мы будем поездки агитационные по стране делать. Да, вот. Да. До Краснодара доедем. Детям, пострадавшим в борьбе с бардовской песней. Вот, Наташа, спасибо большое. Водите спасибо. Своих. Вы, кстати, водите своих в походы-то? Так. Ученики ходят? Не то слово. С песней. В походы с песней. Круто. Юрия Визбора, да. Акуджава и Владимир Семенович Высоцкий. То есть мужская такая песня. Угу. Я как бы ее несу. Массы мальчикам, ну, чтобы из них выросли настоящие мужчины. Замечательно. И продолжайте этим заниматься дальше. А мне пора прощаться. С вами сегодня были Дмитрий Григорьев, Ирина Христианова и Наташа, сейчас забуду. Кривенкова. Наташа Кривенкова. Я хочу, чтобы наши телезрители нас почаще вспоминали и, сверившись с программкой, не забыли вовремя включить телеканал «Ностальгия», тогда мы обязательно споем вместе. Песня Алексея Карпунина, автора из Твери. Белым покровом землю окутала, тихой мелодией в небе напета. Ангела вам, хранителя доброго, мудрого, мирную обитель. Многое лето, ангела вам, хранителя доброго, мудрого, мирную обитель, многое лето. Звонкими ручьями позовет от порога солнце лучами путеводными нитями. Ангела вам, хранитель, светлую дорогу,
малые вам печаль, многие открытия. Яркими звездами вышито небо, мир бесконечен. Все ли упомнишь, ангела вам хранителя насущного хлеба, рода продолжения, и Бог вам в помощь, ангела вам хранителя насущного хлеба.